Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на передачу Сахаритый кофе. 13 марта и мы говорим сегодня о весне. Знаете, место Писания, которое я выбрал сегодня, послужит нам послание Петра. 1 Петра 1,23 говорит так, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Это место Писания очень серьезно и важно для нас, что мы возрождены Богом через слово его. Многие из нас сегодня готовятся к весенней работе на наших участках, при усадебных участках, на дачах. И знаете, многие из нас ходят в цветочные магазины, присматриваются к тем цветам или тем же растениям, которые бы хотели бы посадить. Но многие из нас, когда берут упаковку, видят всего лишь семена. И не видят в семенах, будущее растение, потому что они не похожи. Но стоит это семя посадить, положить в воду и с, в землю, мы знаем, что мы получим то, что на упаковке. Это очень интересный пример, потому что семя по себе не имеет вида того, что на обложке, потому что его нужно посадить, его нужно а, взрастить, его нужно поливать, и в результате мы получим то, к чему мы стремимся, то, что мы хотим видеть. Так же и бывает со Словом Божьим. Вы знаете, как иногда мы читаем Слово, и оно как семя полагается в наше, в наше сердце, в землю нашего сердца, где дает свой плод. Ишуа говорит об этом, что Слово Божье, оно посеяно в сердце, и если терны не заглушили его, оно даст Свой урожай. И э, интересно, что, слыша это слово, мы его слагаем на своем сердце. И 118 Псалом говорит о том, что это, это э, важно понимать, что Бог хочет, чтобы мы уповали на, на Его Слово, и буду размышлять о заповедях Твоих и созерцать их пути. Я буду, я буду! То есть э, говорится о том, что моя, моя воля, она подчиняется Слову Божьему. И вы знаете, когда мы это делаем, это семя, оно принесет 30, 60 и полноту 100 крат. Я бы хотел, чтобы это Слово поселялось в наше сердце. Оно было положено и э, было по в нашего сердца. И мы могли бы видеть этот результат. Я знаю, что 118-й псалом, он является самым длинным псалмом или главою из Библии. Но я хочу, чтобы вы услышали еще несколько слов, когда Писание говорит, «Князья сидят и сговариваются против меня, но рабы твои размышляют над словом твоим». Хотя о Давиде слагали всевозможные небылицы, и того, чего не было, Давид всегда имел в своем сердце Господа, который мог его защитить. По этой причине он размышляет над словом Божьим, знал, что это слово Божье даст ему понимание, как себя вести. Люди восставали против Давида, как и многие восстают против нас. И, может быть, неправильно нас судят. Но я хочу вам сказать: не позвольте этому терну этих словах врага заглушить слово Божие. Вы понимаете, что Бог с вами только тогда, когда вы имеете в нем опору, когда вы четко понимаете, что Бог с вами, и это обещание записано в Библии. Когда-нибудь вы спорили с людьми? Наверное, на многие из нас. И когда проходит спор, либо мы хотим о чем-то порассуждать, мы всегда думаем, а какие вопросы задать? что аргументировать, что говорить. Либо после ссоры мы говорили, ох, надо было это сказать, нужно было то сказать, вот то, что он сказал, что они сказали. Вы знаете, как многие из нас могут порассуждать на Словом Божьем? Как многие из нас могут сделать то же самое, что мы делаем в физическом, в этом мире, когда мы ссоримся? Почему бы нам не, как бы, не поспорить с Писанием? Почему бы нам не вглубиться в Писание и рассуждать на то, что Бог делает и говорит? Вы знаете, нам это очень важно. Так что мы, когда рассуждаем над Словом Божьим, мы можем себе задать вопрос: а что конкретно Оно говорит мне? Что конкретно? Вы знаете, те, кто рассуждает над Божьим Словом, они знают Его и говорят, говорят какие-то простые слова. Что на сегодня, в данной ситуации, Слово Божье может сказать мне? Какой совет она может поднести? Потому что Бог всегда хочет нам дать опору в Слове Божьем. Сегодня я хотел бы помолиться за вас, чтобы это возрождение, которое мы имеем, было возрождение в Слове. И то, что может быть малое, посеяно в нашей жизни, принесло много плода. И упираться на Его Слово я бы хотел бы за вас помолиться. Мы склоним наши головы. А наш Бешимаем, Отец Небесный, во имя Ишуа, я прошу, чтобы семена Твоего Слова, они были посеяны в нашем сердце, и мы могли, Господь, его возрасти, возрастить его, Господь, в совершенстве, чтобы мы могли принести 30, 60 и 100 крат. Господь, помоги нам видеть, что Твое Слово, оно сильно и действенно, и сильнее, Господь, всякого, обойдет до острого меча, чтобы, Господь, мы могли быть в, Твое, в Твоей совершенной воле. Благослови наших братьев и сестер, чтобы мы рассуждали над Твоим Словом, которое приносит свободу. Во имя Ишуа. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга, Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.